Свердловской области. Приставы Сыктывкара исполнили решение городского суда. Местная жительница обязана была вернуть межкомнатные двери фирме, которая производила в комнате женщины ремонт. По ее словам, свою работу бригада отделочников выполнила некачественно, с чем категорически не согласен хозяин компании. Доводы обеих сторон в репортаже Антона Булаева. Исполнить решение суда хозяйка квартиры решила самостоятельно. Уже к приезду приставов межкомнатные двери были демонтированы и дожидали своего нового хозяина на лестничной площадке. По словам должницы, несколько месяцев назад в ее квартире фирма производила ремонт. После в работе отделочников Сыктывкарка обнаружила ряд серьезных недостатков, о чем сразу сообщила их руководителю. Я ему звонила, просила, чтобы он устранил недостатки. Повреждения были на дверях, он говорил, что приедут на уходе, там все замажет, подделают. Ну а куда подделать, если двери установлены неправильно, петли были неправильно врезаны, они поэтому не закрывались. Они постоянно ходили туда-сюда. Некрасиво было, эстетического вида никакого не было. Вот. Я ему звонила, на контакт он не выходил. Тогда женщина обратилась с иском в суд. По решению Фемиды хозяин фирмы выплатил Сыктывкарке почти 60 тысяч рублей. Эту сумму женщина несколько месяцев назад заплатила отделочникам за дверные полотна и их установку. После чего он обратился в суд, значит, обязав молодую женщину вернуть дверные полотна. Но поскольку между ними на тот момент сложились неприязненные отношения, женщина не хотела отдавать эти полотна взыскателю без участия судебных приставов. В связи с чем она обратилась за помощью в отдел судебных приставов, и в присутствии как раз таки приставов дверные полотна были переданы. Хозяин фирмы уверен, ремонт квартиры его работники сделали качественно. Недовольство Сыктывкарки мужчина объясняет лично неприязнью. Там было, значит, вот по высоте неправильно зарезаны были вот эти, да? Надо было 200 миллиметров, сделано было 450. И второе, это значит, где в ванной комнате был шуруп закреплен, и немножко получилась трещина, она очень-очень маленькая. А так двери идеальные, заберусь удовольствие. Состояние дверных конструкций представитель фирмы проверил прямо на месте, а после забрал дверные полотна. Антон Булаев, Иван Богомолов, телеканал «Юрган», Сыктывкар.